Есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою, разбурит сердце весна. Иисус восстанет сна. Как вечность улетают дни, тают дни со днями. Их не вернуть нам, сколько не зови, назад пути не знаю. Как скоротечен времени бег, не остановишь его, человек. Жизнь моя словно пар, раздуваемый ветром. Честно пытаюсь я время поймать, исчезающий день удержать. Лишь на миг удержать мой вперед и без оглядки мы спешим, не знаем, как нашей жизни скоротечны дни, мы не замечаем. Не остановит неистовый бег, оглянись, оглянись, человек, жизнь лишь миг. Между тем, что было и будет, ты посмотри на пройденный путь. Сколько уже невозможно вернуть. Может быть, что-то захочешь ты изменить. День так похож на день, все как всегда. Так незаметно жизнь год за годом уйдет в никуда. Кто разорвать поможет этот замкнутый круг? Что-то должно быть, что нам поможет счастье вернуть. Истовый бег, оглянись, оглянись, человек, жизнь лишь миг. Между тем, что было и будет, ты посмотри на пройденный путь. Сколько уже невозможно вернуть, может быть, что-то захочешь ты в первом столетии нашей эры, в 64 году от Рождества Христова, при правлении императора Нерона, один из апостолов Иисуса Христа, некий Павел, при рождении получивший имя Саул, римский гражданин и уроженец города Тарса, по указу императора был схвачен, заключен в тюрьму
и приговорен к казни через отсечение головы. Казнь должна была состояться на следующее утро. Апостол Иисуса Христа, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я... Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Ночи покрывала, скрыла солнце свет, молчаливо ждет луна на вопрос ответ. Вдаль плывут минуты, впереди рассвет. Завтра остановит жизнь земной свой бег, и холодный блеск клинка оборвет мой век. К небесам стартует вечности разбег. Знаю, встречу я тебя, мои глаза узрят царя. Пусть земная жизнь прошла, с тобою в вечности жить буду я. И на алтарь
я вас зложу, знаю, встречу я тебя. За 30 лет до этого события Синедрион, орган высшей власти в Иудее, был собран в Иерусалиме для вынесения приговора некоему Стефану, проповедовавшему учение Иисуса из Назарета, которого ранее казнил по обвинению иудеев римский наместник Понтий Пилат. Все в Иудее были охвачены борьбой с этой опасной ересью.
можешь, все, что видишь, все, что можешь, быть самым первым. Бог девиз мой, я своей достигну цели, буду лучшим в своем теле и на моей дороге лучше ты не стой. Лучше ты не стой. О, Сао! Приветствую тебя, брат мой. Рад видеть тебя в добром здравии. Молодой человек, посмотри на зал. Вот сегодня на кого нужно равняться, из кого брать пример. Какая целеустремленность, какое трудолюбие, а какая ревность по Богу. В твои годы Сао юноши обычно беспечны и легкомысленны. Но ты далеко пойдешь, я обещаю тебе, поверь моему жизненному опыту. Так вот, сегодня как раз прекрасная возможность доказать свою верность Богу. Сегодня в нашем синдрионе рассматривается дело некого Стефана. Охрана, привести его. Так вот, он называет себя учеником Иисуса Назарея, которого мы осудили за богохульство. Учение этого раввина заполнило всю Иудею. И оно уничтожает наши традиции, традиции наших предков и даже закон, который нам оставил Моисей. Впрочем, давай спросим самого Стефана, что он нам скажет в свое оправдание. Кого вы считаете своими отцами? Авраама, Моисея или Давида? Или тех, кто, не подчинившись Моисею, принес жертву лжебогам при Синае? Или тех, кто побивал пророков и убивал тех, кто предсказывал пришествие праведника, которого ныне вы убили? Лжецы! Лицемер! Что вы говорите? Наглый мятежник. Он ответит за свои слова. Мы предадим его смерти! Точно! Мы уничтожим это сектантство в самом его зародыше, пока оно не охватило всю страну. Саул, ты со мной? Да! Тогда вперед, друзья мои, за дело! И да поможет нам Бог! Я не понимаю, что за блажь верить в этот призрачный мираж, верить этой глупой болтовне. Ну попробуй объяснить ты мне. Богом отравил себя, назвал золотые горы, обещал иудейским был для всех царем, но позорной смертью кончил он. Все, что говорит он, все обман. Стефан, богохульник и смутьян, достоин смерти он. Да будет осужден. Он достоин смерти, он достоин смерти. Знаем мы, что только с нами Бог,
ожидаем мы Мессию в срок. Свято мы храним его закон. А что такое говорит нам он? Будь-то мы противимся ему и не угождаем Господу. Верим мы тому, что Моисей был, конечно, тоже фарисей. И пусть это строгий приговор огласит наш общий дружный хор. Достоин смерти он, и так будет с каждым, кто встанет на нашем пути. Да будет осужден, мы не позволим шутить с нами. Достоин смерти он, мы задушим это сектантство в самом его зародыше. Да будет осужден, потому что Бог только с нами. Достоин смерти он. Убрать его! Thank you.
спаси их, Господи, ибо не ведают, что творят. Савл одобрял убийство Стефана. И в те дни произошло великое гонение на последователей учения Иисуса Христа. Стефана погребли в лжеблагоговении и праведные, и сделали великий плач о нем. А Савл дышал угрозами и убийством на учеников Иисуса, пришел к первосвященнику Каиафе и выпросил у него письма к синагогам, находящимся в Дамаске, чтобы и там, кого найдет последующих этому опасному учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он приближался к Дамаску, и тогда они узнают то, что с ними может быть. Ну скажи, откуда взялся этот странный Назарей? Наглости набрался, одурачить всех людей. Это вредное учение разгорелось, как пожар. Прочь отбросим все сомнения, смелый нанесем удар! Зачем ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь.
Путь твой предо мной лежит. Вижу в сердце ненависть кипит. Ты уверен в своей правоте, но слепой блуждает лишь во тьме. Жизни скользкая стезя, трудно, но повернуть нельзя. Ты упрямо идешь напролом, словно колдованный сном. Что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Моей жизни и любовь сильнее тебя. Ты не сможешь пойми правду прежде. Знай в моих лишь руках твоей жизни судьба. Положи на меня все заботы твои. Ничего нет крепче моей любви. Что ты гонишь меня с тобой? Зачем ты гонишь? Внутри меня
сплошная тьма. Что мне делать, Господь, скажи, путь, дорогу мне укажи. Что мне делать, Господь, скажи, путь, дорогу мне укажи. С небес чудесный голос я слышу, как во сне. Неужто сам Господь стал говорить ко мне? А на мои глаза надета пелена. Трудно, Боже, мне идти против вражина. Что мне делать, Господь, скажи, путь, дорогу мне укажи. Что мне делать, Господь, скажи, путь, дорогу мне укажи. Неужели еще посмотрим?
никчемную жизнь. Надо повернуться, обратиться назад, но как это возможно? О Боже, дай ответ! Помоги! Судьба для тебя.
і прозрій. Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Я посылаю тебя открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и, веруя в меня, получили прощение грехов и вечную жизнь. Просто так получилось небес.
дальше было примерно следующее. Но себя оставляю вам, друзья.
я останусь с вами навсегда. В ваших искренних сердцах и заботливых руках, в том, как показал я вам Христа. Верю я, что день придет, вместе нас он соберет. Я увижусь с вами, и тогда будем в Божьем свете жить, верно Господу служить и не разлучимся никогда. Жизнью не дорожить, год за годом, день за днем, верно Господу служить. Пройдем тот путь, предназначенный судьбой, и исполнить на земле, что даровано тобой. С радостью пройти тот путь, предназначенный судьбой. Только бы пройти тот путь, предназначенный для Бога. Thank you.
Овчинников. На гитаре Сергей Игнатьев. Серега, быстрые пальцы. На клавишных инструментах Михаил Кононов. Бил барабаны, ковал железо. Наш барабанщик Сергей Карев. Хочу еще представить автора идеи мюзикла, бэк-вокал, моя жена, самая прекрасная женщина в мире, Инна Бабкина. И я ваш покорный слуга. Спасибо! Нет, не зря ты живешь на этой земле. Не напрасно зажигается. Господа есть всегда для тебя. Нет, не зря! Спасибо! Остановись, есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою. Разбурит сердце весна, пусть не восстанет знать. Остановись, есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою. Разбурит сердце весна, пусть не восстанет знать. Number 9.